Сюда приходит около 300 пациентов в день, но очередей почти не бывает. С раннего утра в клинико-диагностической лаборатории поликлиники идет забор крови. Вся работа автоматизирована и поставлена на поток. Можно сдать 1-2 анализа или выполнить целый ряд исследований. Например, проверить общее состояние организма, выявить проблемы с сердцем или оценить риск наследственных заболеваний. Биохимический анализатор позволяет сделать сразу 46 анализов. Вот, мультикювет. Мы сюда разливаем реактивы наши, добавляем сыворотку, потом берем уже готовый раствор. В аппарате клима смешиваем таким образом. И ставим в измерительное окно и измеряем. Безопасность на первом месте. В биохимическом отделе лаборанты трудятся в специальной защитной одежде, перчатках и медицинских масках. Но главный защитник от опасных микроорганизмов – ламинарный бокс. Эта машина оснащена мощными дезинфицирующими лампами и сложной системой вентиляции. В исследованиях помогают бинокулярные микроскопы и автоматический анализатор. Умный прибор выдает результаты буквально через секунды. Опускаем тест-полоску в биологический материал. Кладем на приборную панель. Запускаем аппарат. Ждем 45 секунд. По окончании получаем распечатку. Сдавать анализы вовремя – залог здоровья. В день открытых дверей гостям не только показали, как работает лаборатория, но и рассказали о современных методах диагностики. Они помогают выявлять болезни на ранних стадиях. Мы сдавали кровь на анализ, я сдавала. На сахар сдавала. Дело в том, что обнаружили сахарный диабет в начальной стадии. И это помогло, значит, следить за тем, какой сахар, значит, диету соблюдать. Взять хотя бы некоторые показатели, которые могут за 5-7 лет предотвратить возникновение сердечно-сосудистой патологии, например, ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда по этим данным. Если это высокий риск, значит, пожалуйста, соответствующая терапия, соответствующее лечение. И еще одно новшество, которое избавит медиков от бумажной работы и сэкономит время пациентам – электронная система лабораторных исследований. Она начнет действовать уже в этом году. Результаты исследований будут передаваться по сети сразу в компьютер лечащему врачу. Внедрение этой инновации станет дополнением к уже действующим. Сегодня в Липецкой городской поликлинике номер один работает система записи на прием к врачу через интернет, а амбулаторные карты и больничные листы ведутся в электронном виде. Георгий Атанасян, Валерий Фаустов, Липецкое время.